Всем привет! Сегодня такое будет немножко хаотичное, непонятное видео. Сегодня я опять с больным горлом, снова болею. Не знаю, возможно, я не выздоравливала с прошлого раза. Кратенько расскажу про книжные покупки свои, потому что говорить трудно. Буду кашлять через каждые 3 секунды. И первая книга — это «Обитель апельсинового дерева» Саманта Шеннон. Очень долго на эту книгу смотрела, думала, брать, не брать, потому что отзывов мало очень слышала. Но на Лайфлибе вроде хорошие оценки. Я решила рискнуть и составить свой отзыв. Тут должно быть очень много драконов, а я люблю драконов. И плюс очень красивая книга. Тут есть суперобложка. Так что, надеюсь, я скоро к ней приступлю и посмотрим, что из этого выйдет. Энди Вейер, проект «Ave Maria». Она была очень популярна в последнее время, везде, на всех каналах я ее видела. И когда я увидела вот ее в обычной, в эксклюзивной классике, в мягкой обложке, я сразу взяла, не раздумывая. Завязка в том, что главный герой просыпается на космическом корабле, и у него отшибла память. Он не понимает, где он, что, как он там оказался вообще. И потихоньку вроде как память к нему возвращается, он вспоминает, и плюс он, наверное, что-то там происходит. Мне кажется, это будет очень интересно почитать такое. Голос садится, это невозможно просто. Но ладно, я вытерплю. Мне еще 2 книжки вам показать, и все. Следующая книга, вокруг которой я ходила, не знаю уже сколько времени, мне кажется, полгода я на нее смотрела. Думала, брать, не брать. Я где ее только не видела. Она постоянно мне мелькала в Ютубе и в книжных магазинах. Это «Террор». Дэн Симмонс. Я хотела сказать Дэн Браун. Нет, это Дэн Симмонс. Мне кажется, это будет жуткая книга. Меня подцепило то, что тут какой-то нереальный, удивительный финал. Из-за этого, мне кажется, я должна ее прочитать всю. Еще почему я ее, наверное, взяла. Один из пунктов. Заходила с подругой как-то в букинист. Мне кажется, уже эти продавцы, которые там в этом букинисте, наверное, они уже нас знают. Потому что мы частенько туда заходим, смотрим, что у них появилось новенького. И там, значит, стояла вот такая же книга «Террор», только потрёпаннее немножко. Я ее достаю, смотрю на нее, и мне продавец говорит: «Это очень классная книга». И поэтому я как-то так: «А, да? Ну ладно». Главное — дойти до конца. Мне кажется, тут просто много жутких каких-то моментов, и меня может это оттолкнуть. Я уже говорила, что читаю «One Piece», и не на шутку застряла в этом мире. Она, наверное, уже попала в список самых лучших вселенных, которые я люблю. Я также говорила, что я хочу все-таки взять себе на память хотя бы один томик в бумажном варианте. Я его взяла. Просто они жутко дорогие, поэтому хотя бы один я хотела взять. А это у меня 9-й том. Но это не том, это омнибус или сборник. Там 3 тома: 25-й, 26-й, 27-й. Я уже немножечко начала читать. И мне так хочется это растянуть подольше. Не хочу опять прочитать все это за полчаса и сидеть потом страдать. Очень рада, что у меня теперь эта книжка. Я не знаю, я была такой счастливой, когда я ее взяла. Так что да, вот такие у меня получились покупки. One Piece, Террор, Энди Вейер. Самые, наверное, лучшие книжные покупки в моей жизни. И Саманта Шеннон. Так что вот такая вот. Все, у меня уже голос совсем выходит из чата. Я уже не могу разговаривать. Пойду дальше лечиться, пить чай, потому что что-то я перенапряглась немножечко. Так что всем пока, не болейте, пожалуйста. Это гениально.